привет! Сегодня мы играем в Payday 2 в шлеме виртуальной реальности. Эй, парни! Парни! Если вы меня не поднимете, то меня засыпет трупами с головой. О. Ага, спасибо. А теперь прикройте меня, я пойду пилить эти ящики. Так, где она у меня тут? Ну, давай. Пилеток. Ну а что они пилятся-то? Парни, у меня пила превратилась в искрящий фонтан. Да почему? Так, никуда не расходитесь. Я понес ее в ремонт. Что вы уставились на меня? Что мне с этим делать? У меня бенгальская пила. Я просто выкину ее. Замечательно. Я сложил оружие. Арестуйте меня, офицер. О, как она. Не. О, ну-ка. Бонни, готовься. Не-н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 е. Сел на пилу. Ну, электрики, поберегись. Сейчас я вам пятки поотпиливаю. Ну, здорово, братан. Чё стоишь одинокий? Ой-ой-ой-ой, он меня полпатинит. Полпатинит меня. Какой ты тупой ножик. Какая у вас тут зажигательная вечеринка. Давай, прыгай, прыгай. Надеюсь, тебе было не очень больно. Сейчас я схожу за патронами и вернусь. Непонятно, по какой причине. Но после смерти у меня отобрали основное оружие. И теперь у меня есть только пила. Ай-яй-яй-яй-яй, но я и с ней все зафигачу. Ну давай, подходи, ты. И ты. Вы, я вас никого не боюсь. Вы все умерли. Ладно, я всех починю. Я всех спас. Чего это тут так много людей мертвых? Не подходи, я свой щит пилю. Налетели сволочи. Я тебя добью, дотянусь. А теперь ты. Давай, подходи. У меня оружия нет. Я тебя голыми руками разорву на части. Ты. Ну давай. Чего ты там стоишь? Куда ты пошел? Эй, подожди, я... Ха, фу. Ну, приступим. Так, с этой стороны сейфа нет. Это хорошо. Одна камера там, возле сейфа. С этой стороны камеры нет. Вот и сейф. Ну что ж. Дверь открыта. Значит, заходим. Тихо. О, сейф. Ладно. Положим тебя пока тут за авто. Ты полежи, отдохни. О, тихо, стой, стрелять буду. Не вовремя ты вышел покурить, парень. Курение убивает. Положу к тебя к твоему начальнику. Будете вместе лежать. Вместе не скучно. Поставим чемоган с пакетами. Мне они еще точно понадобятся. Если это стелс, то еще не значит, что никто не умрет. Тихо. Там никого нет. Камеры здесь. То есть вообще все есть. Одна камера на крыше. На крыше охранников нету.
Тихо, кто-то идет. Было бы неплохо, если он зашел. Но он не зашел. Теперь будет стоять там, как истукан. Вот бы его выманить как-нибудь. Ладно, будем ставить дрель. Ой, тихо. Блин, как неудобно они встали. Если она сейчас сломается, то, возможно, у меня будут... Ну, конечно. И он палит. Надо как-то аккуратненько ее... Тихо. Старика починить. Опа. На пол. Так. С камерами разобрались. Осталось только выманить охранников. Этот ушел. Ой-ой-ой-ой-ой! Все, спалились! Заходим все на пол! Тихо, тихо. Каким-то волшебным образом мы не спалились. Полежи вон там со своим коллегой. Теперь этого... Цап-цап-цап. Блин, упаковка закончилась. Прям в наглую поставлю тут чемодан с пакетами. Упакуем этого клерку. И несем на склад. Тот парень шел. Ну, ладно, тогда пошли за дрелью. Потихонечку. Так, никого нет. Все, ставим дрель. Я тебя видел. Нас обходит с фланга. Пойдем встретим его на заднем дворе. Так, тихонечко. Оп. Ну, дядя. Ты нас не обманешь. Блин, опять пакеты кончились. У меня есть пакеты для тебя. И закинем его. А, в общем, так, чуть как неаккуратно. Оп. Лучше не стало, но ладно. Ну, думаю, теперь нам никто не помешает. Ой, тихо, тихо, тихо. И нас опять никто не заметил. Тут никто не сидит. Но нам везет сегодня. Опять эта проблема. Закинул к остальным. И дверь открылась. Ну, осталась последняя дверь. И денежки наши. Да. Ну, мне особо деньги не нужны, поэтому я просто выкину их на помойку. Ладно. А эти все курят. Можно курить-то. Так, тут есть проход, а тут есть. И тут есть. Значит, тут будем резать, сложим пока вот тут возле машины. Блин, они палят нас.
Но я слишком быстро хожу, чтобы они успели спалить нас до конца. Ну ладно, я на всякий случай пригнусь. Так вот, и гуськом. Хавана. И если вот так вот в раскоряку лазить тут, то никто и не заметит. Я так намного менее подозрительный. Хватит курить! Идите работать, бестолочи! А ты ничего не забыл, жулик? Ну как, ничего не забыл. Я забыл взять пилу. И поэтому на эту склейку у меня ушло всего где-то... час собственного времени. Ваше здоровье, господа. Ладно. Все, последний пукет. И поехали до дому. А то жена заждалась, чё так долго? А эти все курят. Моя бывшая начальница также курила. Час курит, 15 минут работает, потом час курит. Ее потом уволили по статье за это, а я весь день смеялся. Чтобы пролезть в дырку, нужно самому приседать. То есть пока все сумки отнесешь, уже и зарядку сделал. Подкучался. Ой, все, последнее. Меня зовут Медведи Водки, и вот так я поиграл в Payday 2 в шлеме виртуальной реальности. И возможно, кто-то из вас даже спустя 15 минут этого не самого драйвового стелса желает от меня каких-то выводов. Во-первых, Starbreeze сделала бесплатную VR-версию для всех обладателей обычной версии игры. За это им отдельное. Во-вторых, не так давно они раздавали 5 миллионов бесплатных копий Payday 2. В-третьих, я почему-то думал, что VR-игроки будут не так эффективны, как обычные, и их будут даже кикать за это. Но на деле все оказалось совершенно наоборот, так как VR-игроки даже в чем-то имба. Например, можно одной рукой чинить дрель, а второй одновременно отстреливаться. Или поднимать своего союзника и отстреливаться. Обычные игроки такого не могут. Две руки — это точно лучше, чем одна. Еще одним важным плюсом является то, что в VR-версии игры нету вертикальной отдачи. Может быть, она появится в будущем, когда VR-версия выйдет в релиз? Но сейчас ее нет. И неважно, одной ты держишь рукой оружие или двумя. В-четвертых, это то, что для виртуальной реальности практически нет стелс-игр. А уж хороших стелс-игр точно нет. В то время как Payday 2 может предложить довольно-таки неплохой стелс. Короче говоря, режим виртуальной реальности в Payday 2 это определенный повод вернуться в игру и возможно даже обновиться до Ultimate Edition, поддержать разработчика, так как Overkill и Starbreeze очень любят виртуальную реальность и даже разрабатывают самый навороченный шлем виртуальной реальности Star VR, который даже присутствует в игре в виде маски для ограблений. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Если тебе нравится тема виртуальной реальности, подписывайся на этот канал. Это время VR, в котором мы живем.